Всем привет. Я гуляю. Просто гуляю. Мозги освобождаю и спокойненько гуляю, ни о чем не думаю. У меня на телефоне нету интернета. Вообще была мысля купить телефон кнопочный, либо мамин старый взять и гонять. Как мои дела? Как обычно. Ничего нового, если кому вообще я интересен. Мне интересно, что вы смотрите мои сторис. Мне приятно. Вот. Я, кстати, создал новый ТикТок. Вот, на том ТикТоке я буду загружать фотографии, наверное, природы, всяких жучков. Вот, и цветы разные, потому что, я думаю, это будет интересно. Под музыку такую, знаете, природы. Волосня растет, я не трогаю. Да, меня сыпануло. У нас, кстати, зима. Уже все тает, то не тает. Там где-то мужчина катается на лыжах. Короче, вот. Я купил хлебушек. Я не знаю, почему в ТикТоке и даже на Ютубе меня не смотрят. Я это, наверное, загружу на Ютуб. Вот. Я буду снимать на телефон, потому что мне так проще. Гуляю один, всегда один. Сам собой. Если честно, оно прикольно гулять самому, потому что можно подумать о чем-то. Либо вообще ни о чем не думать. Я один. Всем привет, я один. У меня нет никого. Никто меня не любит. А может, если любят, но не говорят. Мне всегда казалось, что типа... Да, у меня нет работы. А давно мне казалось, что типа я был худой очень сильно. Всем же нравятся стройные, накачанные. Кстати, вот это место, где я фоткал Настю, где я встретился с Настей, с девочкой. Вот. Всегда один. Как мне с бородой? Классно? Я загружу в ЧП, потому что мне проще так. Пойдем, вот так, просто гуляем, общаемся. Я жду лета. Мне нужно починить велик, поэтому давайте гоу ко мне на фотосессию. Я живу в Гомеле, в Беларуси. Записываемся. Недорого. Цены напишу в директе. Пишите в Инстаграм. Нимсон Сергей. Мне этот ник вообще приснился во сне. Вот, у всех уже семьи, дети, жены. А я такой, вы знаете, один. Мне пока что не хочется, но мне хочется кого-то рядом. Да всем хочется. Даже те, кто говорит, что не хочется, все равно хочется. Вот. Не знаю. Мне вообще казалось, что страшно какой-то, но какой? Не страшный. Я думаю, я очень милый. Поэтому люди боятся ко мне подходить. Знакомиться. Прикольно, гляньте на дереве. Вингардио левиоса. Кстати, я похудел, если вы замечаете. У меня пропал подбородок. Это, кстати, наш стадион. Там, где я живу. Короче, я никуда не пропал. Я пропал тупо в своих мыслях. Не знаю, почему люди, знаешь, я опрос сделал в Инстаграме. Все пишут, вау, какие классные фотографии. Блин, если они классные, почему вы не приходите ко мне? Меня это, знаете, огорчает. О, господи, там собака струва. Огорчает и обижает. Вот. Подписываемся на мой ТикТок, я оставлю ссылочку потом, просто в сообщениях, может здесь, как бы, подписываемся, это будет мой новый ТикТок, туда буду загружать фотографии природы, может и людей, посмотрим, как попрет. А так, я всегда один, если кто хочет со мной гулять, гоу. А кто со мной будет гулять? Уже у всех дети, жены, мужья, там, я такой, знаете, всем привет, мне 28. Классно спортом занимается. Я на лыжах не умею. Вот, я такой вот.
штанцах, они серые. Такие вот боцы классы, очень классные, смотрите. Ладно, буду прощаться, уже 5 минут говорю. Я никуда не пропал. Вот, можете посмотреть на меня, никому не нужны. Кстати, я читаю книги. Если кому интересно, какие, пишите, я вам напишу, какие книжки я читаю. А может, и покажу, если вы хотите. Пока. Спасибо, что со мной. И подписывайтесь. Давайте наберем хотя бы 1000, и я еще чего-то вам расскажу и покажу. Пока. И начну снимать видосы с фотосессий, потому что мне это очень сильно нравится. Пожалуйста, подпишитесь, делитесь с друзьями. Пока. Люблю вас. Люблю вас очень сильно.